Милые, дорогие мои дамы, от всей души сегодня я поздравляю вас с удивительным праздником, Международным женским днем 8 марта. Каждая из вас – это чудо природы. В каждой есть изюминка, ради которой мужчины готовы на подвиги. И я точно знаю, что именно в этот день они готовы на особенные подвиги ради вас. Я точно знаю, что именно в этот день ожидает вас огромное количество подарков и цветов. Но я желаю, чтобы каждый день был наполнен такой же радостью и таким же счастьем, как сегодня. Я желаю, чтобы все ваши мечты сбывались по мановению волшебной палочки. Я желаю, чтобы ваши дети вас радовали и гордились своей мамой. Я желаю, чтобы ваш мужчина всегда был рядом и гордился своей женщиной. Чтобы он вас любил не просто как милую и нежную, ласковую женщину, но чтобы он гордился вами как личностью. И именно в такой удивительный день я подготовила для вас ценные подарки, более подробно про которые вы можете прочитать под этим видео. И еще раз я поздравляю вас с праздником и желаю вам огромного, большого успеха и огромного, большого счастья.